Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики и гости! Вы смотрите «Цветы в доме. Комнатные растения». И сегодня мы с вами поговорим о приметах и суевериях о фитонии. Фитония – это требовательный и капризный цветок, который приживается не в каждом доме. Он притягательный и таинственный, завораживает причудливыми узорами на листьях, пробуждая в памяти забытые моменты и наводит на мысль о танцах шаманов возле костра. Эта нестандартная красота не оставляет равнодушными людей, которым нравится все необычное, редкое и нетрадиционное. Но не все могут выращивать фитонию у себя дома. Но то положительное влияние, которое она оказывает, стоит затраченного времени и сил. Приметы для дома, связанные с фитонией, являются положительными и мотивирующими. Цветок поможет улучшить общую атмосферу дома, сгладить конфликты, избежать ссор, привлечь в дом гостей, укрепить дружбу, поглотит негативную энергию. Прищепив растение и придав пышности его кроне, можно улучшить финансовое положение жильцов дома. Но если фитония стоит в спальне, она гарантирует крепкий сон своим владельцам. В комнате отдыха цветок минимизирует усталость и способствует мозговой активности. Согласно древнему восточно-азиатскому учению фэншуй, цветок символизирует энергию металла, который отвечает за управление и контроль. Разместив растение в правильном месте, человек становится решительным, напористым и уверенным в себе. Суеверия, связанные с цветком, не несут страшных предзнаменований. Они связаны с расширением сознания и появлением свободолюбивых взглядов на жизнь. Их заводят люди, которым хочется любоваться редким или необычным растением, заметно выделяющимся среди других собратьев. Это комнатное растение называют цветком мыслителей. Согласно суевериям, оно помогает настроиться на верные для человека стремления, отгородиться от повседневных хлопот и суеты, разобраться в желаниях, расставить приоритеты и не бояться перемен. Легкой энергетикой растения подталкивают людей к поиску своего предназначения и делам, которые лучше всего даются его владельцам. Растение оказывает благоприятное воздействие на учащихся и студентов. Фитония облегчает восприятие новой информации, способствует скорейшему усвоению и превращает учебу в увлекательный процесс. Она также влияет на кругозор. И в доме, где растет этот цветок, жильцы обладают широким мышлением и имеют интересные, необычные увлечения. Согласно суевериям, тот, кто заведет фитонию, совершит прорыв в новом деле, станет новатором, идейным вдохновителем и разрушит приевшиеся стереотипы. В заключение следует добавить, что это растение не способно навредить своему владельцу, даже если их энергетика не совпадает. Не давая фитонии погибнуть, своевременно пересаживая ее, можно чувствовать себя всегда обновленным, полным идей и вдохновения, не бояться перемен и стать более общительным, найти новых друзей и партнеров. Фитония – это свежий глоток целебного воздуха и приятная, здоровая атмосфера в доме. Ну вот, собственно, и все у нас на сегодня. Но хочу еще раз вам напомнить, что это всего лишь приметы и суеверия, и верить в них или нет – это личное дело каждого из вас. Ну а поделиться с нами своим личным опытом или мнением можно в комментариях. А с вами был канал «Цветы в доме. Комнатные растения». Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь, и вы всегда и все будете знать о своих комнатных растениях. А я же всех благодарю за оценки к видео. И всем пока! До следующих встреч!